оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области за последние сутки выявлено 49 лабораторно подтвержденных случаев. Всего на COVID-19 обследовано 92 727 колымчан. За весь период эпидемии заболели 4698 человек. Выздоровели 3365 магаданцев. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск заражения COVID-19. Частое мытье рук и использование средств индивидуальной защиты помогут предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, напоминают эксперты.